Добрый вечер. Приглашаем вас в Цюрих на матч континентальной хоккейной лиги. О матче серии KHL World Games. Четвертая уже подобная игра в нынешнем сезоне. И проходит она в Швейцарии, так же, как и позавчерашний матч между рижскими динамовцами и армейцами Санкт-Петербурга. В зону атаки туда войти, но пока еще ни разу не удалось выиграть подбор. А вот опасная ситуация, и это, хотя не успел Болинский здесь ничего сделать, пока разворачивался, уже Мамин подставил клюшку, но ему самому пришлось тормозить. Разогнался Слепышев. Калинин. Здорово, здорово Калинин. Опять Белялов. Надежно оказался на последнем рубеже, но продолжается атака ЦСКА. Слепышев. Передача, бросок, и снова вратарь. Бросок Телегина. До этого Калинин выходил на ворота. И все это, все эти моменты ликвидировал. Ну, я не скажу, что такая прям плохая реализация большинства. 19%. В общем, средний показатель для КХЛ. Бросок, гол. Ну, наконец, забивают. Армейцы вообще назревала шайба. И уже не первую смену. Армейцы вот такое серьезное давление в чужой зоне оказывают. Отскок был от лицевого борта. Вот даже по звуку, кстати, можно судить, что там эти отскоки не очень привычны для вратарей континентальной хоккейной лиги. Но в данном случае шайба прошла справа от вратаря вот здесь, а вылетела с другой стороны. Здесь нормально, но ЦСКА забил только 18 шайб в большинстве. Это далеко не лучший показатель. Хитро пытался бросить. Это гол. Хитро бросал Шелунов. Клюшку у себя между ног продел. Но забил не он. Забили со второго уже добивания армейцы. И реализовали численное преимущество таким образом очень быстро. 14-я шайба Кирилла Капризова в этом чемпионате. А вот Шелунов бы так забил. И точно тоже десятку, во всяком случае, вошел бы его бросок. Ну, претензии и к Павлову, и к Сотниксу, ну, ко всем. Шайба мимо проходит. Болинскис, Кларк. Ну и на пятачке разгался. Передача следует защитнику. Аляев бросает и выручает. Рей. Центр. Дальбек поехал. Хансен. Долго он там на синей линии ждал. И дождался. И посмотрите, какую комбинацию разыграли в итоге хоккеисты ЦСКА. А вот вторым дает шайбу до партнера. Но они опять шайбу потеряли. Сейчас уже 2-1. Рижане убегают в меньшинстве. Мея бросает. Ну, если сравнивать с первым периодом, то и сами армейцы мало что создали. Ну, вот сейчас может быть. Но сегодня отличный день у Белялова. Просто великолепно играет рижский вратарь. Посмотрите, как Мамин сам перехватил шайбу. Обыграл один в один защитника. И там еще какие-то эти смены по ходу пятерок. По ходу игры в чужой зоне. 3-0. 3-0 вот такая смена и привела, собственно, к третьей заброшенной шайбе. Потому что сначала туда затащило шайбу звено Калинина. Некоторое время поиграли они возле чужих ворот. И затем целиком сменилась вся пятерка. И в домашних матчах против ЦСКА вот это уже четвертая подряд игра, в которой они забить не могут. Третий период ЦСКА начинает так, как будто это они проигрывают 0-3 и забивают четвертую шайбу в верхний угол. Бросок Блажиевского. На сей раз, по-моему, никто не коснулся. И Белялов был закрыт игроками и своими, и чужими. И верхний угол над ловушкой ему. Да, да. Артем Блажиевский, стало быть, сегодня набирает 1+1. Но все равно хоккеисты ЦСКА выигрывают. Хансен, нет, заблокировали ему клюшку. А вот шайба отскакивает на пятачок, и Хансен забивает пятую. Но это рижане сами себе привезли. Уже момент закончился, по сути. И, в общем, мне кажется, и Хансен там особо ни на что не рассчитывал. Ну, шайба отлетела к нему, и третий гол датского нападающего ЦСКА приводит к тому, что счет становится 5-0. Назад. Возвращает шайбу Капризов. Еще один бросок. И все. 5-0. Забив еще 2 в третьем периоде. ЦСКА вот именно с таким счетом одерживает свою 14-ю подряд победу. А всего в чемпионате уже 29-ю.